ансамбль духовной музыки «Медина». Наиля Ханум – его основатель, она его руководитель, и она, конечно же, его душа. «Медина» – это единственный в России женский коллектив, который исполняет муджанаты. Итак, мунаджаты, простите. Итак, ансамбль «Медина» на сцене. Встречайте. Сахнеде «Медина» и Жак Турсена. Сегодня Альфия Шарифетдинова, Нурья Мухамеджанова, Зульфия Халилова здесь, в Москве. Ассаляту аля Наби.